Наматываем 0.2 с новыми установками на тестовом каркасе. Нашим подопытным, как обычно, ширина намотки та же, витков примерно столько же, и провод диаметр 0.2. Поехали. Допустим, хватит. Давайте посмотрим, как намотка идет. Ну, можно сказать, идеально. Намотана с левой стороны, видите, пропуски. Я специально мотал не от борта, так сказать, не от щечки каркаса, а просто с отступом, для того, чтобы просто понять, что он наматывает все-таки правильно, и исправления в прошивке все правильно сделаны. Но все-таки есть один здесь ляп небольшой, но в принципе, да. Ну вот уже хорошо. Да.